Вы знаете, у нас в городе Бендеры очень часто можно встретить вот такое вот объявление. Значит, давайте подойдем к нему близко. Так, тут что написано у нас? Так, вот хотя бы к одному. Внимание! 1 января 2017 года вводится бесплатный проезд в троллейбусах для пенсионеров и отдельных категорий граждан. Закон разработал Вадим Красносельский. Слышать людей, работать для людей. У меня вопрос. А почему вам не ввести и не принять этот закон, законопроект? С 1 декабря все-таки у нас до выборов осталось... полтора, ну, будем так говорить, 8 недель. Я нахожусь здесь на остановке. Ну, как у нас в простонародье говорят, птичник. Ну, все вы знаете, это трасса на Кишинев. Ну, что тут у нас еще? Вот такое объявление. Дорогим бендерчанам, ко дню города Агропромбанк. Ну, вроде как бы все. Так что вот бесплатно будут пенсионеры скоро кататься. Вот на этом вот троллейбусе. Вот, я вот сделаю... О, вот так вот. Смотрите. Значит, пассажирский транспорт. И вот такое объявление. Смотрите, как красиво совпало. Ну что, на этом я завершу. Значит, город Бендеры, 24 октября 2016 год, 11:43.